присоединяется народ. Сейчас я как раз описание вставлю. Сюда я, наверное, вставлю описание в комментариях. Давайте еще 5 минут музычку попускаем. Так, где наша музыка? Для тех, кто все-таки смотрит и слушает. Не дождались. Привет. Так, я пока устанавливаю. Для тех, кто все-таки смотрит и слушает. В первую очередь, это трансляция для тех, кто уже в этой самой онлайн-программе Fresh Start, Flash Start 2020, которая оперирует. Концептами, методами и идеологией коучинга и нейросоматической теории терапии для того, чтобы воспользоваться тем, что происходит между праздниками, то есть до них и после них, так, чтобы начать год на вот этой самой энергии, но использовать эту энергию не только для поднятия настроения, для пафоса, самообмана, но реально начать формировать не только планы, цели, программы, а оперируя вот этими прекрасными находками коучинга и нейросоматической теории нейрофизиологии, понимать, как воспользоваться вот этими находками, чтобы спланировать этот путь и сделать его не напряжным и скорее естественным, соответствующим законам нашей физиологии, снизить стресс-реакции, снизить барьеры на пути, облегчить нашу работу и лучше понимать, на какой карте нам легче вот расценивать свой путь. Потому что чем более подробная карта, чем больше мы знаем о законах, что, в общем-то, делает нас счастливыми, что делает нас несчастными, что удовлетворяет и приносит результат, тем лучше
мы оперируем вот этой вот системой. Причем для этой программы я пользуюсь теми выжимками, самыми простыми и легкими, чтобы большие перемены доставались нам не в результате насилия преодоления, а в результате разумного подхода, корректного подхода, как это наука против насилия. И как наука таки подтверждает, я уже не раз говорил, что волевые качества именно меняют свою жизнь, получают результат в большей степени не люди напористые, а люди гибкие, творческие и лояльные к себе и к другим. И это связано с общим настроем, с мотивацией, с энергией что-то делать. Когда наши мозги работают в проактивном режиме, мы всегда что-то придумываем наиболее легкий способ, интересный способ. Если вот элемент игры встраивать во все, что мы делаем, это будет весело и здорово. И если мы чувствуем какое-то противоречие, это не соответствует правде моей натуры, то нейрофизиологическая природа подтверждает самые новые находки психотерапии, что, в общем-то, мы зачастую ошибаемся. Нам кажется, что это я, это моя природа, это моя натура. А нейрофизиология все-таки нашла слова, язык и карты, которые распознают. То, что вы принимаете за свою природу, является просто защитным механизмом, который срабатывает не в тему зачастую. Но в то же самое время пытаться вот избавиться от вот этих механизмов, там, изолироваться, спрятаться, заедать, готовиться к тому, что, как это, ждать того, что у меня будет ощущение готовности какой-то там созревать, ждать какого-то какого-то происшествия, какого-то там инсайта, что вот пора уже там делать то, что ты откладывал, не совсем реалистично. Вот, в то же самое время психика наша очень сильно подчиняется гормональному фону, ну, то есть эмоциональному настрою, а он заточен под привычки, под автоматизмы. И мы учимся корректно распознавать, когда наши эмоции нам врут, и что с этим делать, не ломая себя принципиально. И вот я решил делать эту программу в какой-то степени подарочной, открытой, очень творческой, потому что именно это соответствует началу года. Когда многие люди планируют что-то изменить, они зачастую сейчас, в данный момент, не имеют четкого плана, четкой цели. Но они понимают, что если я не начну сейчас действовать, я потеряю этот запал. И найду оправдание, объяснение. И вот для многих очень ценно то, что мне важно почувствовать себя на пути и быть не одному. Даже если мне непонятна цель. То есть я понимаю, что мне нужно двигаться, меняться. Но я не знаю как. И эта растерянность, она тупо тормозит. И идеи такие, что есть те люди, которым именно вот этот подход нужен, и мы смещаем акцент, допустим, на то, что мы формируем способности, привычки, которые в любом случае улучшат качество жизни и помогут нам продолжать двигаться, даже если нет определенности. Я не раз уже упоминал, что вот этот вот встроенный в нас страх неопределенности настолько силен, что он часто вот вводит вас в ступор, в изоляцию, и мы останавливаемся. Хотя, в общем-то, риски, которые мы там в коучинге, в терапии распознаем, не такие уже высокие. И останавливаться вреднее, чем как это, пытаться и ошибаться. И что в ядре вот этих самых вот всех внутренних барьеров, практически всех, стоит вот этот вот нервный, неврологический режим самосохранения, который, если ему давать слишком много власти, превращается в депрессивные механизмы и доводит до депрессии. По сути, механизм, который подчиняет себе психику и преувеличивает страх перед неопределенностью, новизной, о том, что я сделаю что-то не так, не идеально, он запускает ступор, растерянность, зажирание, все эти вещи, а они запускают самобичевание, самоедство. И нам, интуитивно нам кажется, ну, если я расслаблюсь и буду хорошо к себе относиться и перестану мотивировать, я не встану с кровати. И оказывается фигня. То есть есть вот эта вот грань, когда человек самобичевание, внутренняя критика, наоборот,
не дают нам распаковаться и сделать хоть что-то приятное, полезное, и переоценивают как это, провалы и недооценивают достижения. Вот. Просто как это, вот как когда-то Ухтомский предложил концепцию доминанты, когда наша психика на уровне нервной системы формирует какой-то доминирующий главный вектор. А наш разум подчиняется ему. И нам кажется логичным то, что вот, вот то, что мы там сегодня там полежим, там нам хочется кушать, не распознавая, что доминанта говорит: ты в опасности, сохраняй себя, не пробуй. И когда в психотерапии или в коучинге мы распаковываем, и что, собственно, из-за чего, собственно, ты прокрастинируешь, оказывается, что много прокрастинации висит на нескольких, в общем-то, типичных, совершенно типичных явлений. То есть, когда только человек задумывается, ну, как бы хочется что-то интересное, новое, прикольное, и у него сразу же срабатывает, ну там же будет неопределенность. У него сразу схлопывается путаница воспоминаний с детства, когда его заставляли, нужно развиваться, нужно получать пятерки. Сразу страх неудач, вот это вот самое, опозориться, там, предъявить себя. Вот такая фигня, она неосознанно раз всплывает, создает эту неопределенность. И у него... как это, доминирует миндалевидное тело, вот это детский ум, который путает там прошлое и настоящее, и не понимает, что в детстве, ну, действительно, там все было непонятным и новым, и нас слишком много наказывали, и нам проще было научиться ничего не делать, замирать, и как мы с собой обходимся? Если мы не преуспеваем, мы повторяем свои хрени, мы себя ругаем. Тупо так же, как многие из наших предков, не понимая психологию, думают, если ребенок не мотивирован, как это, он не начинает что-то делает, он не мотивирован сам, значит, нужно больше давить, больше ругать. Вот. И тупо не замечаешь, и чем больше давишь, тем больше срабатывают механизмы страха, защиты, прокрастинации. Они все родственные, я думаю, это не новизна для вас. Но это я намекаю, вот какой картой мы пользуемся. И мы вдруг распознаем, что наша прошивка, наша система намного более разумней. И что ей можно пользоваться намного эффективнее благодаря тому, что каждые несколько лет мы получаем что-то новенькое, карта все более подробно. Мы, ботаны, вот эти вот практики, ученые, живем в отдельном мире. Хотя, в общем-то, получаем очень много интересного, практичного, полезного. Сами не успеваем все применять. Даже применяя все там процентов на 10, дядю, как качество жизни, качество бизнеса меняется. Причем не только там вот прямо там, доказать кому-то, впечатлить кого-то. Качество в смысле удовольствия от нее. Физическое, эмоциональное, психическое здоровье. Немножко, конечно, обидно, что не было многих возможностей там десятки лет назад, и только за сороковники обнаруживаю, что можно еще прикольнее, познавать еще интереснее, можно сделать многих открытий. Когда качество, способность получать удовольствие вот, физическое, эмоциональное выросло, хотя вот там гормональный фон не такой интенсивный, как в юности. Но уметь быть счастливым в разы больше. Ну, это так. И когда я понимаю, что вот развивать эту самую нейропластичность, это безграничный запас и стрессоустойчивости, и продуктивности, и вкуса к жизни, радости, удовольствия, превратить необходимое в увлекательное, не так уже сложно. Хотя этот лайфхак не такой уже новый, я, честно говоря, им интуитивно, а то и осознанно пользовался ранее. Если бы я себя диагностировал в своей школе, то я предположил бы, скорее всего, я поставил бы себе СДВГ и учиться у меня очень не получалось, и я формировал свои способы учиться. И будучи внутри мира психотерапии, я знаю, что большая часть вот тех вот самых активных на настоящий момент
как это, тренеров, открывателей вот этих психотерапевтических методик. Многие из них дислексики и вот эти самые СДВГшники. Все люди привыкали, не, как это, не могли рассчитывать, что они как все получают знания естественным путем, уже придумывают что-то свое, вот, анализировать. И здесь, да, наши симптомы, наши болезни могут стать нашим благословением. Ох. А вот. Ну, хотел бы сегодня, да, я попытаюсь сегодня быть не так многословным, потому что свою... Это все делается ради большей степени. Это рассчитано на открытую группу. Но в большей степени это рассчитано на тех, кто заранее откликнулся на мой вызов. Давайте начнем год. Я вам предлагаю вот тот набор пониманий, теорий, практик, который подходит именно сейчас, с меньшими усилиями, сразу сейчас и формировать планы, и формировать привычки, облегчающие, дающие лучшие качества жизни и достижений. Ого, значит так, свои уже подключаются. Всех я сейчас не вижу, но вот уже вижу Кристинку, там Ася что-то написала, еще не вижу, значит, думаю, что тоже уже ВКонтакте. И как? Коротко, да, тем, кто включился, я говорю, мы хотим, мы готовы воспользоваться вот этим самым подарком. Ну, подарок в том, что сразу же с Нового года я в той же ситуации, хочу включиться, начать жизнь на скорости, в хорошем темпе, задать тон. В прошлом году мне это очень выручило. На весь год хватило вот какого-то запаса. Сформировать ориентиры, цели, наметить те планы, которые еще не готовы сформировать, но уже начать формировать необходимые способности. И вот я дал очень качественные опросники для своих участников, чтобы это помогло им корректно проанализировать то, что было в прошлом году, предыдущую жизнь, ресурсы, барьеры, что не получалось. И не просто довести до открытий, а подвести к тому, что окей, вот это я узнал, теперь мы это сформулировали, теперь давай-ка формулировать, что я с этим сделаю в поведении, в действии. И вот я предложил людям, которые проявили инициативу, на кого в принципе больше рассчитана программа, раз вы такие инициативные, можете выжать все, давайте мы это выжмем по максимуму, учитывая время и возможности, и мой ресурс, продуктивно. Вы работаете в двойках, в тройках, в парах, помогая друг другу. Потому что коучинговая стратегия, вот эти микропонимания, на самом деле, могут работать офигительно эффективно, даже если вас за ручку не ведет великий эксперт. Он помогает просто указать, вот смотри, у тебя уже есть твой эквалайзер, вот у тебя есть уже твоя карта, вот здесь смотри. А когда люди из-за эмоций теряются в хаосе, тогда уже там я подсказываю, что можно делать. И вместо того, чтобы провести время в дорогой психотерапии, они могут получить многое на минимуме затрат. Хотя, конечно же, нужно вложить как минимум время и вовлеченность. И вот я дал эти упражнения, дал наметки, как справляться с нашими барьерами. И вот уже активная инициативная часть переписки пишет, на что они наткнулись. Что получается, что не получается. Ну, и в первую очередь это вот сегодня вот рассчитано на их вопросы, просьбы, подсказки, ориентиры и ну, как бы микротехники. Что я понимаю, что с одной стороны я загрузил, ну то есть я дал задание, анализируйте свои стратегии, подключайте ум непривычным образом, и наша психика таким вещам сопротивляется. То, что я сделал эти условия в соответствии вот с этим форматом очень открытыми, казалось бы, подарок, да, я предложил, вы платите столько, сколько считаете нужным, учитывая, что вы получаете, как вы хотите меня поощрить, оценить мою экспертизу, свои достижения. Но именно вот эта открытость и то, что я не задаю четких конкретных параметров, для большинства людей это испытание. Вот. Им проще получить от тренинга как это, чуть-чуть, но чтобы тренинг вот был четкий, понятный и спланированный. Начало, конец, задание и все.
Но этот контекст, именно вот в формате коучинга, тот, который создаю я сейчас, он будет более продуктивен, потому что он вовлекает наш обычный стрессор. Инициатива в неопределенности. Способность в неопределенности в этом стрессе сориентироваться, распознать механизм, там, когда вы начнете злиться на меня за неопределенность, на программу, на партнера, на себя, и переключить внимание, окей, я злюсь, это с мной происходит. Это то, что это очень житейская ситуация. В жизни очень мало определенности и правил. Но для тех, кто хочет улучшать жизнь, это закон. Уметь ходить в долину смерти. Что значит? В жизнь, в которой не видно, неопределенно. И психика реагирует на неопределенность, как на опасность. И психика командует нам: заступори, жди готовности, заешь, зажри, воспроизведи автоматизмы. А мы говорим, наша нейропластичность позволяет нам ставить под сомнение многие вот эти вот деструктивные программы. Полежать, отключиться, воспроизвести ритуалы какие-то перед тем, как начать. И научаясь распознавать, что внутри происходит, мы понимаем, что то, что нам казалось, о боже, какое оно тяжелое, неподъемное, то ли мои состояния, мои привычки, то ли попытки действовать, когда тебе хочется прилечь, вот оно тяжело так, и вдруг мы распознаем, если ты смотришь механизм, то он совсем не тяжелый на самом деле. Совсем не тяжелый. Это можно делать легче, по-другому, живее. Все, конечно же, весь конструктор я не могу впихнуть в этот формат. Для этого и тренинги, и индивидуальная терапия. Но вот я вставляю как это достаточный комплект, которым можно пользоваться. Ну просто, что этот путь будет больше наполнен неопределенностью и соответствующими стрессорами, и больше от участников вот этого как ожидания квеста придумать что-то самому, проанализировать, даже когда вас кроет вот желание все дать, а не получается, все лучше бросит, все это фигня вообще, и найти и в этом полезное. Итак, значит, наверное, все-таки для нужно простенькие маленькие принципы. К предыдущим я добавлю акцент на том, чтобы привыкать жить вот в этом неустойчивом равновесии, как это принцип мистера Фога, великого нейрохакера, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Ну, то есть, мы пытаемся что-то сделать. В данном случае все, что я вам предлагаю, вызывает. Мне непонятно, как это работает. Мне нужно сломать старое, непонятно, будет ли работать новое. У меня внутри сопротивление. И доктор Фог нам подсказывает, говорит, сопротивление неправильное. Вот, оно нормальное. В нем есть нормальный психологический механизм. Но мы учимся разделять поведение и чувства. Это нормально вообще. То есть ты можешь испытывать фрустрацию, обнаружить, что это просто физический набор ощущений. Но поведением я своим все еще могу управлять по-разному. То есть я не обязан делать именно то, что я привык делать во фрустрации. Мы обнаруживаем, нам, конечно, неловко признать, что иной раз фрустрация, в общем-то, из-за фигни всякой командует нашей жизнью и превращает это в привычку, а голова привыкает оправдывать это там, характером, особенностями, еще чем-то, неправильным тренингом, там еще чего. Вот, значит так, используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. Я через примеры, через объяснения буду подсказывать, ну, как в принципе этим пользоваться. Я говорил о принципе веника. Веник трудно сломать целиком, но его можно развязать и поломать каждую веточку. Привычки мы не меняем, вот так вот просто сломать. Нам проще развязать, посмотреть, это состоит из того, из того, из того, из того. Ну и по ходу дела будут другие. Так, я, конечно же, делаю это наполовину как подарок, и в то же самое время, ну, как бы есть у нас такой императив репрессивности. Когда мы вот в синергии хотим поделиться миру, зарядить его, мы рассчитываем, что все-таки зарядив других,
они зарядятся и, ну, как бы отдадут нам что-то другим. И когда мы включаемся в режим взаимодействия, мы получаем больше. И мы получаем, как это, поддержки больше. Посему я снова и снова приглашаю. Помогайте, я вам помогаю, я вам открываюсь, я даю, честно говоря, то, что, за что многие из вас вот платят на очень дорогих тренингах мне же. Ну, вот, сейчас на ваших же условиях. Это дорогой подарок. Мало того, самая сложная неопределенная часть на вас может сработать более эффективно, чем вы были на тренинге, где все по правилам, все разжевано. Вы получите больше и на уровне навыков, способностей и пониманий. И та фрустрация, в которую можно войти, пытаясь вот с этим что-то делать, возвращаясь в свои эти самые, и тот момент, когда вы получаете подсказку, что я не разжую вам инструмент, но я даю ориентиры сформировать новую способность, может быть ценной. Итак, я прошу вас и отдавать тоже. Отдавать мне, отдавать другим участникам группы, делиться с людьми, делать перепосты и лайки, помогать мне. Режим, в котором мы, вот там у нас включается вот это самое, вот мы работаем в неврологических режимах. И режим, в котором мы обычно думаем, что мы продуктивны, это так, собраться, задуматься, уединиться, и это самое, и планировать, все действовать, и пока я не пропланирую все идеально, не начинать, не выходить в мир. И по сути, неврологически это не очень продуктивный режим. Это режим вечного стресса. То есть он хорош только для прорыва, только для момента, когда вот вообще пипец. Большую часть жизни наша психика заточена, чтобы находиться в расслабленности, и психика, ум работает качественно, когда мы общаемся с другими, когда мы называем, получаем обратную связь, нам легче чувствовать вот какое-то двусмыслие, лицемерие, когда мы там прикрываем свои цели, когда мы формулируем то, что мы хотим, объясняя это другим, это лучше работает. Взаимодействие как синергия, сумма двух больше, чем 3. Понимаете? Не 1 плюс 1, а 3, 4, 5. Каждый, кто включается, он получает, дает, получает. Это как раскачивается. Ты получаешь, даешь. Вот. Я хотел бы, чтобы помнили о том, что я тоже нуждаюсь в, как это, в поддержке, в раскрутке, в лайках, перепостах, в диалоге, в том, чтобы мы этим пользовались не мимоходом, а посмотрю, может, когда-то приготовлюсь, а реально поняли, вот реально сейчас можно дать этому несколько минут, ну, настоящего внимания и хоть что-то выжать. По участникам вот, переписки видно, вот люди, которые, есть люди, которые, ну, посмотрели и все. Ты в конце концов не скажешь, ну там типа да, дам что-то денег, он прикольно рассказывал, ну и что, в общем-то, это неприменимо. Есть люди, которые явно въехали, и вот уже за одну ночь, и еще в самой тренинговой части, в общем-то, почти только началось, а уже они пишут, что там вообще в жизни что-то происходит. Чем больше вы включаетесь, тем больше вы получаете, даете, забираете. Это правильно. Это так устроено. Хотя, когда мы попадаем в ситуацию тренинга, нам непонятно, у нас срабатывает вот это. Мы переходим в режим, о боже, мне непонятно, что-то не так, мы злимся, раздражаемся, пугаемся, и у нас срабатывает механизм, надо уйти в изоляцию, замкнуться, надо продумать, приготовиться. Там кто-то слушал поливагальную теорию, неврологи выделили 3 главных режима психики, в которых мы постоянно живем. Вот у нас там мозг, его думающая часть, передние префронтовые доли, миндалевидное тело, эмоциональная часть, правая и левая, они взаимодействуют и создают то состояние, тот режим, в котором мы можем или продуктивно думать, или обижаться, или пытаться спрятаться в себе, быть обиженными. И неврологи могут вот так вот, нейрохирурги могут создавать наши вот эти самые разные состояния, потребности, ценности, просто тыкая электродами. Эта система связана со всем телом через длинный этот самый блуждающий нерв и создают вот эту вот сеть, которая связывает разум и тело.
Вот, и оттуда все наши телесные реакции, сердечные, животные, да, пищеварительные, гормональные. Вот, и все наши болезни, которые, как оказывается, там процентов на 60 напрямую последствия стресса, на остальные 40 они просто там вот взаимная связь. И мы выделили три главных режима. То есть режим выживания в джунглях, связанный со средней ветвью, который соединяет мозг, сердце и всю систему активации и готовности. Самую древнюю систему, которая связывает еще с рептильным прошлым нашей эволюции, которая идет ниже, ниже диафрагмы, в органы пищеварения, влияют на гормоны. И именно вот эти вот стресс-реакции, когда простая ситуация, там, публичное выступление, а у нас понос, запор, потение, мозги не работают, потому что работает только одна ветвь. Я в опасности. И пофиг, что это нереальная опасность. Сначала срабатывает вот эта самая нижняя ветвь, и она дает сигналы уже в миндалевидное тело, оно взбудоражено, говорит, да, ты в опасности. И пока оно взбудоражено, оно мешает думать. Перекрыты связи между префронтовой корой, которая может взвесить, все продумать, гипоталамусом, понять, что это вообще, когда понимать, что это где-то из прошлого вообще реакция, там, способностью просто остановить это от понимания, что это не помогает. Ну, мозги перекрывают. Значит так, три режима. Один, активация «бей-беги». Если активация не срабатывает, застывай, сохраняй себя, меньше действуй, ты в опасности. И верхняя ветвь, которая учит нас, да нет, ты живешь среди людей вообще, мир твой не опасный. Вообще, давай беседовать, слушать. И напряжение отпускают, как это, участки головного мозга легче взаимодействуют. И интуиция, и разум работают в режиме... Я не выживаю. Ну, просто неприятность случилась, я на нее overreacted. Ага. Вот, у меня уже много написали. Так, ну что же, по нашим вот людям. Недоработанные. Так, начну я, наверное, все-таки сверху. Как это? Мне тоже нужна какая-то определенность, какая-то система. Вот, начал я это видео не по плану, потому что увидел, что люди из переписки включились, пробуют, натыкаются на бомбы. Думаю, нужно подсказать немножко. Так, что там написали? Угу, Катя уже даже пересмотрела. Угу. Включаю внутреннего свидетеля. Да, и вот. Ну и как бы уже на втором занятии, которое посвящено было похудению вредным привычкам, я предложил распознавать вместо того, чтобы ломать себя. То есть учиться не гасить свое чувствование. И я предложил выделять конкретные компоненты. То есть вы там привыкли заедать, когда там у вас вам нужно выступать, что-то делать, выходить к людям, как писал, уже не помню кто, Сергей, по-моему. Вот как только начинаете проявлять все форматы прокрастинации. То есть нужно что-то делать, выходить к людям, а у меня внутри вот сопротивление, бурление. Вот я говорю, для начала мы пробуем новую стратегию. Не заставлять себя, а чувствовать. Обнаруживая, что чувствовать эти переживания не катастрофа. Мало того, можно не подчинять свои поступки тому, что нам кажется вот как-то правильно. И вот люди пробуют и пишут, блин, ну невыносимые эти переживания, ну я по-своему. То есть я хочу сейчас зажрать, и все, и чуть напрягся, и злиться, и на меня,
из-за того, что я поставил в эти условия, в которых у меня есть шанс проиграть и очередной раз убедиться, что ничего не работает, ничего не помогает, притушить надежду. Раздражается, растерянность запускает механизм, требует. Значит так, старые механизмы, исполнить ритуал, там, зажирание, полежать, там, отвлечься, помыть посуду, когда нужно делать что-то более ценное, уже наработан. Подожди-ка, вот снизь напряжение, тогда только начнешь что-то делать. Это нормально. Вот это вот, пока мы живем вообще, вот я говорил про три режима психики, три ветви блуждающего нерва. Разум им подчиняется. И он ходит по проторенным дорожкам. Любой минимальный стресс может за счет своей прокаченности, привычки возвращать снова и снова одно и то же состояние. И вдруг люди обнаруживают, что они думают, что они живут нормальной жизнью, а в процессе тренинга они обнаруживают, что большую часть жизни живут или в гиперактивации «бей-беги», или вот этой самой «чуть что сразу». Отстраняться, чуть-чуть сразу замирать, приберечь себя, экономить себя. И уже создали какую-то концепцию жизни, философию, там, из психологии надергали все, что оправдывает, продолжать эту жизнь и не прокачивать новые способности. И у них работает, ну, мозг работает как это в искаженном варианте. Детские части мозга перегружены, взрослые части мозга просто как бы там связи, как говорят, вот сейчас модно говорить о нейропластичности, связи за неиспользование отмирают. И вот я говорил о том, что мы не ломаем себя. А человек говорит, как это не ломаем себя, когда мы делаем что-то, что неприятно, это ломка себя. И с этим нельзя не согласиться, но все же мы делаем немножко по-другому. Итак, что мы учимся делать в первую очередь? Мы учимся, когда мы там как это, выловили свой стрессор, конкретизировали его. Вот в этой-то ситуации мне прямо сейчас хочется это делать. Ум понимает, что это делать неправильно, бессмысленно, и я только пожалею об этом. Я говорю, не запрещайте себе это делать. Во-первых, дайте себе несколько секунд всего лишь, чтобы погрузиться в это переживание, но не потерпеть его, а вот исследовательски, с любопытством, расслабить все части тела, которые напрягаются, потому что, сука, не получается поломать этот веник. Вы понимаете? Если ты 20 раз уже тыкался этой дорогой, а не приносит нужного результата, ищи новую, учись полностью развязать его. Итак, расслабить плечи, дышать неторопливо, чуть-чуть замедлить вот это самое драматизм, смягчить его. Просканировать свое тело. Это я говорю сразу нескольким обсуждающим участникам. Как работать со стрессором? Многие об этом описали. Это не психотерапия, но этот психотерапевтический компонент вполне можно научиться применять. Если уже у вас не получается это, ребят, несмотря на то, что вам кажется все нормально в вашей жизни, вам нужна психотерапия. Скорее всего, вы живете в доминировании режима выживания, а не жизни. Если у вас нет способности вот этой достаточной нейропластичности, это минимум для качества жизни. Что я как психотерапевт, хоть и в медицинской специальности, ну, по большому счету, но мы меряем, мы меряем здоровье и болезнь не наличием, отсутствием вот этих вот запредельных симптомов расстройств. Ну, то есть симптомы не переходят в расстройство, здоров, не парит. Мы меряем качеством жизни, интересом, вкусом, способностью принимать новые решения, строить отношения, любить, радоваться. Ладно, лирику. Итак, способность. Вам что-то не так. И вы понимаете, что у вас злость от растерянности, недовольство срабатывает на автомате. Это нормальная реакция. Непонятно и не получается. Напряжение высокое. И вы злитесь. Это нормально. Просто многие люди вытесняют злость и не распознают ее.
Но, возможно, для вас ключевой невыносимой эмоцией будет там страх, стыд, растерянность, что-то из этого, бог с ним. Главное, чтобы вы распознали. Что вы делаете? Вы стараетесь не напрягать тело, не давать ему застывать, дышать относительно полно, что 5 секунд вдох, 5 секунд выдох. Я про эту технику много рассказывал. Она просто физиологически переключает нас в здоровый режим из вот этого режима выживания. Тем, кому нужно об этом знать больше, у меня просто вот про нейросоматическую теорию много видео, много написано, снято. Запросите, я вам пришлю. Или в нашу переписку, или вам лично, там как запросите. Да, так вот. Вы сканируете свое тело, что значит, вы чувствуете, где вот этот вот дискомфорт, невыносимость, где сосредоточено это. То есть вы действительно насильно забираете внимание от того, кто вам кажется виноват, неправ и так далее. Ну, то есть, как, когда мы растеряны, мы злимся, наша психика устроена, нам нужен объект. Мы ищем, он там, это его тренинг, это сука, техника. Многие те, у кого эта система, нижняя система выживания, доминируют, себя винят, у меня нихера не получается, начинаю там себя жрать. И трудно очень выйти, как это, выйти свидетельствовать, что ну и жрешь ты себя, и что ты себе помогаешь таким образом, нихрена. Да, так вот. Вы находите в себе вот это вот напряжение, физическое ощущение невыносимости. Пытаетесь назвать те эмоции, пытаясь забрать из этого какой-то субъективизм, кто виноват. Вот это вот похоже, как мы в спорах переходим от режима, окей, ладно, на злости мы, когда дискомфортно, мы ищем виноватого, но по уму пришло время искать, что делать. На самом деле, ну как бы, может и нет виноватых, может люди вели себя в соответствии с тем, как они видели, понимали, со своей природой, совестью и так далее. У каждого своя правда и вся такая фигня. Итак, мы переключаемся, итак, с какого-то объекта, себя плохого, его плохого, на то, а что, собственно, эмоционально. Если я уже готов перейти, изыскать виноватого, что делать? Первое, расслабление, дыхание, неторопливое. Можете сейчас прям пробовать. Принцип нейрохакинга. Все, что ты задумал изменить, начинай прямо сейчас, неотлагательно. И фантазируешь, что ты это можешь применить легко и быстро и встраивать во все сферы жизни. Итак, дышать, расслабляться, находить, где этот, сука, очаг напряжения, невыносимость. Вот хорошее слово. Вот. Вы на ней сосредотачиваетесь, не пытаетесь ее изменить. Но в то же время не даете себя расшарить вот эту внутреннюю борьбу. За счет того, что вы не даете замирать вашему телу, вашему дыханию, вы не даете отдать все внимание вот этой борьбе. Пока вы следите, чтобы дыхание было полным, шея была, не застывала, вы не даете отдать все внимание. Невроз, он устроен так. Все ваше внимание, как в гипнозе, сосредоточено на одном дискомфорте. Вы забрали часть внимания. Вы не как жертва, а как исследователь, как охотник. Итак, вы нашли это ощущение. Можете найти прямо сейчас, где в теле приятное ощущение, где неприятное. Если вы не находите неприятных, просто забегая вперед, у вас уже сложился вот этот формат вытеснения. Так мы устроены. Просто может быть что-то в этой занятии вас настолько увлекло, что действительно там приятные перебивают. Ну и ладно, тогда наслаждаетесь. Но если вам кажется, у меня все нормально, у вас доминирует одна из неврологических систем выживания, а не жизни. То есть да, есть люди, которые не переходят грань расстройства и большую часть жизни, а то и всю жизнь проживают в режиме вытесненном. И по их языку, и по их мимике, по языку тела мы распознаем, что человек живет в вечной обороне нападений. А наша психика заточена, что процентов 80 времени нам необходимо жить в здоровом балансе. Причем есть люди, которым кажется, что они в хороших отношениях с миром, с людьми,
А по факту, когда мы распознаем это оказывается, что они угождают, они подслащивают и руководит этим страх. И они все еще находятся в этих двух системах. Я показываю, что действительно три ветви блуждающего нерва, как будто бы дерево растет корнями, как еврейское дерево, да, каббалистическое, сефирот, растет сверху вниз. От разума к телу все глубже. Ты самая древняя, как корни, самая древняя реакция. Если что, застывать, типа уходить в себя, депрессировать, в апатию, чтобы больно не было, экономить себя, пожалеть себя, делать что-то на автомате. Хотя, в принципе, обе системы, они действуют на наработанных автоматах. Потому что они заточены под то, чтобы воспринимать все потенциально опасным. Вот. И вот вы распознаете приятное и неприятное, находите четко, где оно находится, на что похоже это ощущение. И вы, сосредотачиваясь на невыносимости, потихоньку приучаясь к тому, что, в общем-то, это просто ощущение, бурлящее, сжимающее, покалывающее. Но именно элемент невыносимости помогает, и конкретная часть тела помогает вам распознать. Как бы там ни было, в нас живет совершенно дикое «я», и в каждом конкретном вот этом вот невыносимости живет и импульс, движение, действие. И какими мы ни были разумными людьми, ну, импульсы обычно детские животные. Напасть, удрать, раскричаться, расплакаться. Если не срабатывает, то застыть. Новая неврология таки распечатала то, о чем я еще давно утверждал. Напасть, удрать и застыть не один комплект. Это два разных комплекта, это две разных ветви. То есть, когда напасть, удрать не срабатывает, напряжение не приходит, не проходит, ну, срабатывает механизм застыть и не чувствовать. И вот, когда вы там, даже маленькая неопределенность начинает жужжать по вам стресс, 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 она ищет знакомое объяснение и знакомый режим. Убеждает, доказывать, оправдываться, угождать. Вот все вот эти режимы, это мы и здесь, или здесь. Не понимать такое, впадать в растерянность, в беспомощность. И намного легче, чем нам казалось, даже за пределами здравого смысла логики, переходить в режимы. Ну, то есть, там, если в старой психотерапии были люди, которые были убеждены, что здравый смысл логика всем руководит, и они убеждали человека в том, что его невротические реакции, там, они субъективные, они неправда, а человек чувствует, не, ну, я же это чувствую, как это неправда, как это не болезнь. То новые говорят о том, что то, что мы думаем, идет во вторую очередь. Наш вот этот режим выбирает соответствующие мысли. Нам в нейрохакинге нашем нужны простые механизмы. Вот один механизм, да, нашли это место, ощутили что-то, назвали эмоции. Так вот, когда вы перестаете просто следовать, а вы становитесь исследователем, вы констатируете это в этом месте, у вас уже все работает по-другому. И по-честному вы выходите от вот этой самой субличности паникера, контролера, критика, вы рассождествляетесь с ней и можете стать более гибким хозяином ситуации. Даже исследователь, который говорит, здесь у меня вот желание раскричаться, расплакаться. И вот вы определяете. Вот мне спрашивали, что делать, если, да, что там было, закон о труде отвратительный. Это жутко. И вот напряжение невыносимое. И, черт побери, взяла и зажрала. Причем так тяжело, причем так еще поругала себя за это. Вот, осознавая, что чем больше я там ругаю себя, тем больше я вкладываю в режим, по сути, депрессивный. Прокачиваю депрессивную привычку справляться со стрессом. Вот, старая концепция депрессии вообще гласила, да, депрессия – это вытесненная агрессия. Вот, и одна из самых распространенных стратегий была это оживить естественную злость во время сессии, если у нас хорошее отношение с клиентом, он оживает, и обратить внимание на то, что злость оказывается приятная,
ну, в этом контексте. Человек испытывает облегчение, и когда ему говорят, что нормально, ты можешь сейчас сказать мне, что злишься на меня и хочешь ебануть хорошенько, у него такое внутри шарики за ролики, а тело оживает. У него вдруг пришло разрешение, и он уже в другом режиме. Так вот, мы меняем некую, минимально меняем диспозицию. Мы не боремся с тем, мы не ругаемся за то, что мы злимся, за то, что мы хотим расплакаться. Мы констатируем. Даже если вы сделаете, распознав этот импульс, сделаете это в воображении, выполните это, никому это не повредит. Вы заметите, как напряжение разойдется по телу, выйдет, придет облегчение. Ну, то есть, там, новый закон о труде, сука, ненавижу, как мне надоело. Мы-то психологически понимаем, когда у нас нормально работает, когда мы не в злости, да? Ага, значит, вот эта ситуация, вот, в жизни происходит что-то, что я не люблю, и я не могу это сделать. И все ситуации, связанные с бессилием изменить, и все не по-моему, и ничего не сделаешь, они сразу же всплывают, оживают этот жестокий опыт. Детский ум говорит, это слишком сильные эмоции, они неправильные, они вредные, они разрушительные. Мало у кого из наших взрослых есть достаточный контейнер, чтобы чувствовать эмоции, при этом воспринимать их нормальными. Не выплескивая, не подавляя, уметь их назвать. Большинство людей, как только эмоции всплыли, значит, нужно что-то с ними сделать сразу. И тогда или там нападать, или находить виноватого. Что есть Facebook хоть? Нужно так жестко, без всякого кого-то поругать. И чуть-чуть стравить. Но тут мы прокачиваем эту привычку. Ты говоря о нейропластичности, вы привыкаете не слишком серьезно относиться к этим реакциям, но внимательно, как деткам. И вот вы чувствуете закон этот, и вы чувствуете, где в теле, вот здесь вот прям гложет, или вот здесь вот. Вы настраиваетесь на это, рассказываете, что это? Это не злость, это, сука, ярость такая. И вы чувствуете, руки напрягаются, и вы понимаете, с каждым словом, которая определяет, что вы чувствуете, вам все яснее. Что с вами происходит, что значит. Вы там говорите, ярость, и у меня вот так вот, я соединился с этим опытом, да, зеркальные нейроны, и у меня аж в руки. И мой рефлекс, моя драма, похожая на эту, говорит, вцепился. И вот вы видите, как формируются и зажимы, и невротические механизмы, и привычки. Это сдержанный удар, это сдержанно вцепиться и выкричаться. И что вы делаете? Вот вместо там тысячи слов, я говорю, не объясняете никакой логики. Это все эмоции, это все вот этот режим неврологический. Вы подключаете творчество. Невыносимая эмоция. Сосредоточились на ней, схватили воображаемого там ответственного бюрократа и давай его трясти, орать, там, бить об стенку, крушить. Пока вы не почувствуете, что то напряжение, а вы его не упускаете из внимания, вот это напряжение где-то в груди, в животе. Когда вы чувствуете, что реально, когда вы воображаете, оно начинает распределяться, выходить, с внутренним криком выходить из горла, с ударами выходить из груди в руки. И как-то становится легче и хорошо. Мы себе помогаем. Вот эту простую стратегию я называю взрывать. Ну, типа, как вот вы живете по жизни, а на самом деле понимаете, что это как минное поле. У вас с прошлого заложено много мин. И что делают люди, которые хотят начать мирно жить после войны? Они пускают саперов, те с длинными штырями там смотрят, где примерно мина. Они туда штырем тык, мина взорвалась. Вас может там волной откинуть. Но вы на таком безопасном расстоянии, что в общем-то вы в безопасности. И вы прошли, все проверили, все поле повзрывали, можете свободно ходить. Ну, это, конечно, утрировано, но передает идею. Вот эта стратегия взрывать, саперская такая.
И эта стратегия, вот это микро-минимум для работы со стрессорами, я хочу, чтобы вы ее попробовали. Не просто там подумали, поговорили, подумали о том, что там, ну, логично, понятно, очевидно. Ну, типа, ну, ладно, я подумаю, или ладно, я когда-нибудь попробую, или я пробовал, все там, что-то там все не сработает. Не может быть так просто. Вот. Реально попробовали, на каком-то дискомфорте, не слишком сильном. Вот, распознать, значит, где в теле, не отрываясь от этого ощущения, назвать эмоции, попытаться распознать сдавленный импульс. Здесь вам поможет одна вещь из психотерапии. Здесь вот мы палимся на одной вещи. Там всегда есть два импульса от двух систем. Если это уже дискомфорт в теле, значит, там уже конфликт, зажим. Подавление импульса. И зачастую мы чувствуем подавление, желание застыть, сдержаться, успокоиться сильнее, чем настоящий импульс. Импульс – это действие. Вот. И подсказка, в какой части тела. Потому что, ну, в руках очевидно будет что-то там оттолкнуть или притянуть к себе, вцепиться, трясти. Вот. Но это часто зарождается аж в груди. Как правило, все важно сопровождать все это словами, криком, там, хоть воображаемым. И если вы точно попали в импульс, вы четко почувствуете, ощущение меняется. Но если ваша доминанта диктует вам, вот я сейчас вот этот вот ритуал выполню, и мне полегчает, если ваша доминанта просто полегчала, ничего не получится. Вам нужно быть в контакте с этой невыносимостью. Ну, обычно, когда люди хотят, вот им, они выбирают вот этот доминанту отсюда. Любой ценой, чтобы стало легче. Они не переходят, как это, из одного и того же места растут эти разные корни. И мы можем реакцию пустить по-разному. На избегание застывания или на активацию. И для проработки нам нужно выйти из застывания, сдерживания в активацию. Чтобы распознать, какой импульс мы гасим. Конкретно в теле. Кричать, плакать. И если у вас действительно там... несмотря на психотерапию, или вы там не можете себе позволить, там прокрастинируете, все равно не умеете распознавать их, ну просто вот вырубает вас, просто вот непонятно, просто растерянность. И вы пока еще не идете в психотерапию, небольшой лайфхак может вам немножко лучше помочь. Вы сосредотачиваетесь на дискомфорте, вам непонятно, что за импульс, что за эмоции, хоть ты тресни, вы тупо перебираете все массовые. Вот у меня там, я скинул переписку, телесный узел, там вот именно для того, чтобы когда нас шкарит, мы не можем распознавать импульсы, эмоции, у вас вот списочек, по которому вы идете. Пык-пык. На самом деле оно все завязано на базовых. Все формы страха, ужас, паника, тревога, все формы агрессии, злость, ярость, еще одно отчаяние, вот оно между растерянностью, паникой и страхом по-разному бывает, но слово иногда запускает вот ясность какую-то, оживляет ощущение. Значит так, все формы злости, все формы страха, бывает стыд, бывает, что он доминирует, но чаще все равно под ним сокрыты вот это страх и ярость. Все форматы растерянности, не знаю, что делать, я в шоке, у меня все застыло. Но все равно за ним опять же скрыты вот эти реакции. Что там еще? Ну, гнев я не упомянул еще слово, тоже иногда больше подходит к ощущениям. Отвращение, вот чуть не упомянул. Стыд, отвращение. Вот. Бывает так, что вот это слово более точно описывает эмоции. И вы перебираете слова и перебираете реакцию, ощущая, не отключаясь от ощущения, ощущая ее, что хочется сделать именно из этой части тела. Не из того, что там подавляется, успокоится, уйти. Это все из нижней части, отсюда. Ударить, раскричаться, позвать на помощь, вцепиться, удержать, плакать, просить. И очень детские вещи иногда всплывают в этом ощущении.
Проблема вот людей, живущих в этих режимах, но не переходящих грань расстройства, в том, что они к ним привыкают и привыкают, что они нормальны. Привыкают не чувствовать себя, привыкают не экспериментировать, привыкают к депрессивному режиму и так живут большую часть жизни. Люди, которых что-то ломает, иногда наоборот, за счет того, что они справляются с паническими расстройствами, с депрессией, которая сломила их, они наоборот повышают свое качество жизни в борьбе. Они познают, они формируют способности. А вот это вот проклятие нормальности, то, что вот транслируется идея, что нормальным быть вот это преимущество. Нормальным быть, там, не разбираться все, не копаться, не интересоваться психологией, делать все правильно, делать все на автомате, по знакомым дорожкам. Это путь к депрессии. Физиологически, неврологически. Традиционные ценности туда же ведут. То есть, не, они неплохие. Но когда они становятся вот в центре жизни, это сигнал того, что человек, у человека доминанта формируется неопределенность, новизна, эксперимент становится каким-то неправильным, молодежным, там еще чем-то. И мы начинаем умирать реально. Природа требует развития. Я копался в душах, жизнях людей на всех стадиях жизни, умирающих людей. Нормальность – это яд. Ну, я имею в виду ментальность нормальности. Человек, который не рефлексирует. Человек, который всегда знает, как правильно, с одной совестью, с определенным постоянством. Жизнь которого размерена, и в ней вот это мало взлетов, падений. Определенные жесткие ценности. Этот как идеальный газ, он реально путает людей и ведет их к мучениям. Если в нашей жизни нет спонтанности ребенка, танца, неожиданности, мы тухнем. И мы недооцениваем вот это эмоциональное топливо и игровую часть. Все неврозы держатся на серьезном отношении к себе. И все шатаются и трещат, как только человек способен в состоянии какого-то стресса вдруг оживить свою нейропластичность, относиться к этому несерьезно. Спасибо, Кристинка. Так, лайки, перепосты, все приветствуется. Так, значит, стратегия. Вы идете в то, что вам непривычно, но не с тем, чтобы сломать себя, не с тем, чтобы кому-то доказать, что вы теперь там проактивный, модный чувак, а с тем, чтобы раскачать свою нейропластичность, гибкость психики, поведения, различать эмоции, ощущения поведения и понять, что большая часть бомб, на которых мы боимся подорваться, вообще не бомбы, а хлопушки. И мы из-за этих хлопушек по жизни на цыпочках, а не танцуем, как могли бы. И вот мы ходим с этим штыриком и перепроверяем. Где у нас, что у нас в теле, распознаем эмоции, распознаем импульс, в воображении проигрываем его, как минимум. Вот такая вот стратегия. Распознаем, что на самом деле мы это можем чувствовать, а поступать по-другому. Минимум это, как это, прививка от беспомощности. Да, вот эта вот беспомощность, депрессия, изоляция, вот если какая неопределенность вернуться к обычным рельсам. Вместо того, чтобы ждать вот какого-то знаменательного события и доказать, что я могу себе другим, делайте 10-20 мелочей в день. Значит так, я говорил, что нам, вот, когда нам сложно со своими демонами, тактически мы пользуемся стратегией. У нас ручка бумага, мы планируем наперед, как мы из каждой неудачи сделаем победу. Здесь мы пользуемся принципом win-win. В любом случае мы выигрываем. Если даже мы проигрываем в привычке там, не пойти зажрать, там, улечься, сорваться на ком-то, мы выигрываем привычку чуть-чуть расшатать свое бессилие перед этим. Мы учимся приглушить внутреннюю критику, добавить туда немного творчества и юмора. Мы расшатываем нейропластичность. Мы работаем над способностями.
Прививка от беспомощности, это значит, вы делаете что-то привычно дискомфортное, ну там полезное априори, да, там закалка, вот я рассказывал. И задача ваша не сломать себя, не преодолеть, а на несколько секунд побыть в дискомфортном ощущении, расслабив тело, дыша и распознавая, где в теле реакция, что это что-то неправильное, что-то ужасное. До того момента, вот несколько секунд, да, под душем, там я под холодным душем, вот я не сильно холодным, просто дискомфортным, от которого хочется остановиться, убежать. И я даю чуть-чуть, несколько секунд плюс, чтобы мое тело реализовало привычку сгруппироваться. Но не хочет, оно не хочет дышать, оно хочет сжаться, перетерпеть. Не, не терпеть. Расслабить тело, дышать и распознать, где в теле очаг. И с каким, на какой импульс он похож. Там, кричать, плакать, удрать. Распознаем это. Зачастую вы чувствуете, все, вот какое-то негативное к этому ощущение, протест уходит. Но, в общем-то, это не обязательно дождаться, пока пройдет. А победа в том, что вы не дали заглохнуть своему разуму. Психика работает потрясающе в связи с мышцами. Разум не заглох в этом состоянии. Мы учимся, что мы можем быть пластичными и пользоваться как интуитивным, так и логическим разумом, даже когда у нас эмоциональный всплеск. Контейнировать. И когда-то мы работаем со страхами, да, там я в книге видео про страхи рассказывал пример, там панические атаки, страхи зайти в лифт. И я делал акцент на том, что когда я иду со своим там товарищем, который хочет преодолеть этот страх, он хочет преодолеть, проломиться, залезть в лифт, несмотря на свой ужас, панику и сердцебиение, я говорю, нет. Мы будем идти в том темпе, в котором твое тело умеет переваривать. То есть грань, на которую мы доходим каждый раз, заканчивается там, где человек уже не может называть свои эмоции, ощущения, распознать, где в теле, распознать панические мысли. Вот там заканчивается его окно толерантности. Надеюсь, что вам понятно, о чем речь, если даже вы не знаете термина. Мы учимся соединять. И да, как мы говорили, да, паника, тревога – это раздутое миндалевидное тело. Даже если человек говорит, что он спокоен, просто ему это дискомфортно, по напряженной шее, по лицу я часто, не очень живому лицу, я часто вижу, у тебя доминирует миндалевидное тело, ты в ужасе. Мало того, ты не чувствуешь, какие эмоции, переживания, именно потому, что у тебя миндалевидное доминирует и не дает тебе почувствовать даже страх. У тебя уже не активация, а уже как это парасимпатическая система, нижняя ветвь доминирует. Да, так вот. Чему-то я сбился. Да, ага. И вот мы учимся в этот момент успеть подумать, воспринимать, почувствовать, что в теле, включить поисковую активность. И мы как бы переподключаем от раздутого миндалевидного тела, подключаем гипоталамус, префронтальную кору, и все напряжение распределяется. Тренируем иногда практику, вот как вас активируя переднюю часть лобных долей, just stop it, просто прекрати. И иногда людям достаточно сказать, что в нас есть такая способность. Вот. Она вот прошита в нашем мозгу, но ее нужно активировать, тренировать. Просто прекрати, просто замедли. Ну там психовать, расстраиваться. Ты же понимаешь, что это приносит больше вреда, чем пользы, и это тебе ничего не даст. Stop it. И как ни странно, и это работает. И мы прокачиваем вот эту живность во всем мозгу. Да. Про наши стратегии и по нашим вопросам, значит, со стрессорами. Вот одна из теорий. Мы учимся наладить отношения внутри себя, не ломать себя, а в стрессе, в эмоциях чувствовать и думать, и прощать себя неидеальность. Одна из важных вещей, которую я вплел в этот тренинг, это вот эта концепция субличностей. Что мы живем, вот как в мультике «Головоломка». В нас внутри много персонажей, которые доминируют. К
какой-то из них всегда берет на себя пульт управления. Вот, я хотел вот вспомнить, я только сейчас вспомнил в начале. Мне очень понравилось когда-то открытие, сделанное на фоне тренинга NLP третьего поколения. Значит, они из духовных практик сделали очень прикольные инструменты упражнения. Мандала правды. Вот когда у человека дилемма. Дилемма там поступка, который связан с двумя форматами жизни. Ну, то есть там остаться на, самое типичное, да, остаться на какой-то работе с зарплатой и стабильность, предсказуемость, семейные ценности там, или уйти на вольные хлеба и развивать что-то новое, возможно, преуспеть, открыть. И вот мы там ставили напольные якоря, карты, мы на них становились, чтобы полностью погрузиться в них. Вот там правое, левое. Ну, логично будет, что правая будет там стабильность, там левая будет это самое проактивность, творчество, новизна, движняк. Ну, большинство людей почему-то так интуитивно и выбирают. Вот. И вот они становятся на правую карту, и там они входят в это состояние, потом становятся посередине, там оставляют то состояние сбоку, становятся в левую карту, и там входят в состояние настолько, чтобы у них это видно, как меняется осанка, видно, как меняется физиология, режим неврологический совершенно разный, статус неврологический. И в, этом, и в этих двух состояниях мы видим двух людей. Как будто мы даем духу свое тело. И вплоть до того, что мы задаем вопросы, чтобы больше активировать, какие для тебя ценности кажутся важными, ценные, что самое важное в жизни. Оказывается, что ценности для человека не что-то универсальное. В этом состоянии одни ценности, в этом другие, что логично на самом деле. То есть два совершенно разных человека внутри одного. И вот мы делали шаг в середину, освобождаясь от этого и от того, так очень буддийский шаг. Шаг назад, признав, и это правда, и это правда. И это нужно, и это ценно. И я могу это охватить. И могу с этим жить. И мы делали шаг вперед. И забегая вперед, я говорю о том, что а там позиция вообще ни то, ни другое не является правдой вообще. И это вообще крышеснос. И мы распознаем, что внутри нас нет я постоянного. Но есть страх потерять я постоянное, упустить. И есть надежда и напряженный поиск определенности. Найти себя так, чтобы встать на рельсы и спокойно ехать. Надеюсь, вы понимаете, к чему я. И нам приходится, как буддистам, признать. Не, нормально. Это есть. И то, что нет постоянного, это не только не страшно. Наоборот, когда ты перестаешь пытаться там вписаться в вот это постоянное, найти какое-то устойчивое я, тебе становится легче на самом деле. Когда ты понимаешь, что я очень эмоциональный человек, и эти, и те проявления нормальные и естественные, ругать себя не надо, панику по этому поводу мы научаемся приглушить. И вдруг мы оказываемся, что вот с этим балаганом внутри, много-много персонажей внутри, можно нормальненько и очень эффективно жить. Именно за счет разнообразия и непостоянства. Но нам приходится взрастить вот такого вот директора предприятия, такого мудрого, понимающего, знающего, что впереди, умеющего быть и свидетелем, и вмешиваться, распределять их между собой. И техника, которая может управлять вот этим, запланирована после этого семинара, а для участников вот этой программы, тех, кто активно участвует, останутся те же условия. Для тех, кто как пойдет на условиях обычного тренинга, ну то есть там им дадут четкие условия, четкую оплату, те будут платить там по, как это, как я скажу. А те, кто участвует активно в этом тренинге, те могут платить сколько они посчитают нужным. Я считаю это подарком. Хотя, возможно, они захотят заплатить больше, чем я ставлю. Потому что, возможно, у них там жизнь изменится вообще, и это стоит того. Или они поставят себе такую планку. Я хочу изменить жизнь крайне. Ну, вот есть люди-спринтеры типа меня. Я хочу все и сразу. Все! Вот, я готов там. Я готов, короче говоря. Ну да, на прошлый Новый год там тоже вот на этом фоне я Васку пробовал. Хотя в отличие от большинства этих самых, от большинства наивных людей, я знаю, что это, насколько это может быть стрёмно, насколько опасно.
никаких иллюзий по поводу там «мама, айаваска» и так далее. Ну, это как бы есть люди-спринтеры, которые большие ставки работают изо всех сил. Так, и сейчас я вернусь к тому, что, возможно, я смогу ответить по поводу наших все-таки участников. Так, значит, Влада сказала очень важную вещь, которую я вот только-только осознал. Очень интересно, но клонит на сонливость. Трудно вообще выдержать. Я знаю, отчасти это неопределенность, отчасти это моя манера рассказывать о двух-трех вещах одновременно, у которой есть и положительный эффект, то есть там оперирование метафорами, укладывается все. И в общем-то, когда я понимаю, что народ там выносит, они уже там не выдерживают писать, анализировать, это тоже можно обыгрывать. Я хочу на этом сделать акцент. Используй то, что под рукой, и не ищи себе другое. И вот там запускаются прямо во время занятий какие-то вот противоречивые механизмы вот этого дискомфорта, сонливости. И этим тоже можно воспользоваться. Замедлиться, сдышать медленней. Найти в теле вот этот очаг противостояния. За сонливостью обычно в этом контексте 90% сонливости, даже когда вы устали, все-таки это на поверку оказывается продуктом внутреннего боя. Вот. Вы находите в теле дискомфортный компонент и превращаете свою реакцию, как это, замечаете реакцию. Ох, много информации, я не контролирую, надо вырубаться, все. В любопытство. А что если я могу? Что если я отключусь немножко от общего потока, а что я в себе открою? И вы как бы, как это в игре, вы прикидываетесь жертвой вот этой сонливости, сопротивления. Как будто бы вы поддаетесь сонливости, но ум ваш, как у, как это, персонажа сказки тезки Андрея Стрельца, вот как вот с этим котом Баюном, он прикинулся, что он заснул и ждет, пока тот слезет. Вот, и вот ваша сонливость накрывает вас, а вы чувствуете, где в теле вот эта вот невыносимость, из-за которой накрыла сонливость. Может, это просто растерянность, бля, я хочу все это ухватить, я хочу выжить. Он пообещал мне такие, блин, золотые горы, жизнь поменять, поменять. Я хочу все сразу, и чем больше я хочу, тем больше растерянность, ступор вообще. И я злюсь. Но злиться на него, там, ну, там, я предполагаю, что возможно у Влады такая реакция. Да, там, хорошее отношение ко мне, может, даже идеализация, злиться не может, и поэтому хлоп, схлопывается эта сонливость. Мне сейчас нужно не проанализировать ее, а предложить стратегию, используя то, что под рукой. И мы здесь имеем возможность прокачивать нейропластичность, привыкать, вот в мелочах это делать. Вот наша проблема вообще, вот тех, кто вот в этих семинарах, вот у нас много техник, мастерства, уже накапливается. И когда мы привыкаем к тому, что мы так много знаем, но почему-то вот как в среднем там зачастую мы больше несчастливы, чем счастливы, это вызывает оскомину. Какого хрена вообще, что это все бестолково, самообман? Проблема не в этом. Проблема в том, что мы не пользуемся в мелочах. Итак, еще один принцип нейрохакинга. Дьявол в мелочах. Ну, это наш помощник. Вот тот самый дьявол в мелочах. Маленькие привычечки, маленькая охота. И мы становимся вот этим любопытным охотником. Мы забираем энергию от внутреннего критика, забираем время и даем внутреннему креативщику, охотнику, джокеру, шутнику, внутреннему трикстеру. Многие понимают уже это слово. С любопытством и интересом. Безжалостного, да. Уйти в жалость самобичевания по самое не хочу и не позволять себе проявить это привычное, это там, безжалостность. Ну что внутри запускается механизм паники, как будто мы сейчас вот это нас убьет, разрушит, мы поломаемся раз навсегда. Я давай чувствовать это. Давай, где это в теле, что хочет? Ну давай. Слишком серьезно к этому относишься. И вот мы оперируем внутренними состояниями, внутренними персонажами. И если вы повелись на эту идею, и вы догадываетесь,
задумайтесь, насколько она может быть эффективной. Прям можете рисовать вот эти свои режимы состояния, как духи. Внутри вас живут эти самые, там, ну, как в мультике, там, головоломка, да, там была такая вялая печалька такая в больших очках, отвращение такое, такое дистоничное, или как его назвать, вот это, шизоидное по фактуре, вот, огромная голова без шеи, этот гнев, готовый взорваться, такое, показать, какие ваши состояния, и как вы умеете переключать, с юмором, так, кто у нас включился. Да, так вот, в мелочах, прямо сейчас, вот этот нейрохакинг опять же, да, вот не откладывая, вот, на легкости, на творчестве, делайте это легко. Прямо сейчас вы пробуете примериться, с любопытством распознать какой-то дискомфорт, его элементы, представить себе этого духа, что за сонливостью стоит, что мы вытесняем, с любопытством. Вот нам интересно, что это у нас. Так, офигенский результат. Высказала все. Наконец-то почувствовала легко. Впервые за эти 3 года. Это приятно, конечно. О, вот. Что мне, Катя, что мне больше всего вот нужно было от тебя? Вот мне не обязательно было, чтобы ты там в данном случае поставила цели, прокачала что-то. Вот важнейший компонент в состоянии, у тебя очень мощный вот этот вот эмоциональный взрыв, и как это научиться позволить себе быть захваченной эмоциям, но не поступить по привычке и проявить небольшую проактивность, уже офигительный результат. То есть, когда ты всю эту невыносимость чувствуешь, ты злишься, твоя психика ищет виноватого, ты позволяешь себе остаться относительно пластичной и не давать себе впасть в беспомощность, не протаптывать дальше вот эту дорожку. Когда меня накрывают эмоции, все плохо, кто-то плохой, что-то недоработано со мной, с жизнью, с людьми, а все-таки остаться в этом вот творческом состоянии. И в связи с этим я думаю, я решаю превратить точку в запятую. Ну, это вот на внутреннем диалоге. Я чувствую то-то, то-то ужасно, доминанта этих слов. Это оправдать. Значит так, когда говорит, вот я это делаю, твою технику, и мне только хуже и хуже. Доминанта предположительно. Итак, я рискую выйти из наработанной схемы, которая дает мне хотя бы возможность снижать вот, это, вот этот ад внутри, это напряжение. Я боюсь, что если я этот сценарий потеряю, я нового не найду. И мне нужно оправдание, но я еще вкладываю немножко надежды, а вдруг ты мне дашь волшебный ключик. И психика, но психика работает вот в режиме вот этих активаций головного мозга, все-таки в сторону доминирует вот это миндалевидное тело, оно все решает. Я говорю, давай подключим другие части. Вот. И я говорю, и все-таки вот ты в этом напряжении, что в связи с этим ты сделаешь? И я провоцирую ее ситуации подключить префронтальную кору. То есть это есть, но в связи с этим я могу что-то придумать. Я говорю прямым текстом, ты в этом состоянии можешь думать. Просто тебе кажется, что не срабатывает на фоне этого ада. И мы прокачиваем эту способность научиться меньше драматизировать и включаться, и позволять себе не безвыходность. Ну, то есть вот эта вот принужденность и безвыходность, вот это вот мать всех этих депрессивных и тревожных реакций, которые застаиваются. И из всех наших механизмов мы понимаем, что многие архаичны, даже атавистичны, ну, в смысле, они уже так, они подходят к жизни джунглям. Но как вся природа устроена, то, что атавистично, мы учимся приспосабливать, опираться. Ну, как люди, психика которых содержит архаичные ответы, там, бей-беги, хотя это неуместно в большинстве случаев в нашем сообществе, которое мы строили, чтобы было безопасно, чтобы мы могли договариваться и жить в покое. Мы уже дезадаптивны жить в активации или в откате. Мы дезадаптивны.
это не соответствует физическому здоровью. Вот как-то физиологический компонент вот этой активации людей, которые все время что-то доказывают, впечатляют, избегают, их физическое здоровье хуже, чем те, которые часто говорят, ладно, хватит искать виноватых. Слушай, ну, на самом деле, все так ужасно. Вот есть приятные вещи. Просто срабатывают какие-то наработанные с детства механизмы, и нам нужно научиться их гасить. Да, наши родители приучали нас к миру, который уже как бы давно прошел. Но у нас есть такие вот объемы доступной информации, что стыдно просто не развиваться. Так. Да, и мы, оперируя вот этими слабостями, сильными, то, что я говорил, запишите ресурсы, барьеры, конкретизируйте внутренние, объективные, субъективные, опыт удач, опыт неудач, качество, привычки, способности. Разложите инвентаризацию, и вы трезво смотрите. Барьеры, если я сейчас хорошо себя чувствую, барьеры никуда ни хрена не уйдут. Когда я буду чувствовать растерянность, они будут. И я сейчас планирую, зная эти барьеры, что я сделаю, и чтобы это вписывалось, ну, в мои способы, подходило моей жизни. Причем не нужно сделать все. Я это разбрасываю вот так вот там всем и на весь год, и на всю жизнь. И не обязательно ругать себя, если вы не можете все это применить сразу. Там инструменты, которые я вкинул, это вообще пипец. Если все сделать, то все. Такого счастья человек не выдержит. Пищевое отравление срубило. Ага, о, да, Таня написала, что она не может сейчас помогать, вот, значит, и кто, неплохо бы, чтобы кто-то подключился. Ну и, ну и напарница тоже можно попросить за себя. Ага, так, Ине я уже ответил про закон о труде. Коль мы что-то, как ставится вот этот вот конкретный вопрос. Первая когнитивная терапия была еще у этих, у буддистов. Это принцип прост. Итак, тебя что-то беспокоит. И ты распознаешь, нужно ли что-то делать, можешь ли ты что-то сделать. Думаешь, ну про это не могу ничего сделать, но злиться неприятно. Так, у тебя варианты высказаться, ну или сделать психотехнику, слить это. Или там ты решаешь, что нет, я не могу к этому быть равнодушной, и думаешь о том, как реально, практично можно привести к результату. Ну, типа, включиться в социальное движение, там, не знаю, там, написать кому-то. Могу ли я с этим что-то сделать или не могу? И в связи с этим, что я решаю? Когда ты решаешь, ты понимаешь, и так, возможно, я решила, не, ну, как бы жизнь на это тратить не буду, а злость еще не прошла. Итак, я имею дело не с законом, не с депутатами злыднями, а со своей эмоцией. Итак, сейчас моя задача уже там более четкая и простая. Мои эмоции, мою злость. Злость. Со злостью что? Ее проще спустить. Ты спускаешь злость, и иногда тебя не попускает. Это да, это я чуть не забыл. И тогда ты понимаешь, что всплыли ситуации не столько связанные со злостью, сколько с бессилием изменить. И они злость раскачивают. И еще более жесткая вещь, которую, возможно, придется сделать. Все то же самое, только с переживаниями, которые ассоциируются с бессилием. Где в теле отзывается... Там, возможно, какие воспоминания. И ты даешь телу вот это все состояние напряжения почувствовать. И почувствовать, какой импульс выпустит напряжение. Проораться. Лучше это делать, ощущая физически в воображении. Так. Ага, тут тоже. Кристина, а есть ли лоб? Так, если я правильно понимаю, ты говоришь о том, где в теле вот этот дискомфорт. Уж извини, я сразу не уловил, а это ж в тему. Если лоб, чаще всего это плакать.
Ну или там думать, держать в себе, может быть. Но чаще всего, вот, когда там сосредоточился человек, я там нагнетаю краски, чувствую, перебираешь, там я говорю так, удержать контроль, отпустить, прокричаться, плакать. И ты видишь у человека, аж такой... Нет, сука, не расплачусь, нельзя быть тряпкой, я уже глаза уже реагируют. Представь себе, что ты рыдаешь, плачешь, пускаешь слезы. Будет ли ощущение облегчения? Хоть оно тебе может не нравиться. Вот. И иной раз, вот точно, да, плакать. Но это ж не поможет. Твоя цель не исправить ситуацию, а сбросить реакцию, которая не соответствует настоящему моменту. Так, Ася, вижу, дойду, все. Так, это. Выплеснуть злость и бессилие и не... Вы учитесь делать больше акцент на ресурсы, чем на барьеры. То есть вы распознаете свои силы и прокачиваете способности. И вы преувеличиваете свое, как бы, свое поддержание сильных проявлений и преуменьшаете все, что у вас не получается. Это проверено, это работает и на воспитании, и на терапии со сложными детьми. Когда вы снижаете наказание и повышаете похвалу за желательное поведение. Негативное поведение, конечно же, должны быть последствия. Иной раз вы просто констатируете его и констатируете, взывая к осознанности скорее. Там не на чувство вины, а на понимание. Но вы преувеличиваете каждый шаг формирование новых нейронных сетей. Понимаете, не в данном случае как раз, вот, несмотря на это, на то, что это коучинг, мы поощряем не столько поведенческий результат, получилось, не получилось, выиграл, проиграл, сколько прокачку новых способностей. Это важно. У себя, у других. Поощрять. Это работает. Ага, но все равно завтра конструктивный повлияет. Триггере. Не в триггере в закон, а в том, как остановить неосознаваемое желание увеличиваться в размерах. О, увеличиваться в размерах, конечно, может быть разным. Умнее будет, конечно, самой себе воспользоваться тем, что это не часто бывает, когда у человека вот такая вот уже координация. Он уже уловил вот эту метафору связей. Вот, я злюсь, я увеличиваюсь. И я могу пофантазировать, то есть представить себе, да, вот там ситуации, которые не могу изменить. Наверняка прошлая ситуация, когда я не мог, злость накапливаться, не знаю, что делать, хочется увеличиваться в размерах. И убрав оттуда какой-то осуждающий элемент или элемент серьезности, подключить фантазию. А что это за увеличение? Прям фантазия, да, представь себе, ты увеличиваешься в размерах в каком-то позитивном контексте. Там Халк такой, бля, я как поднимусь, как всем там, эту думу там расхерячу там и так далее. И этот образ может дать конструктивный и юморной вариант, в котором вы найдете больше. То есть, вместо того, чтобы по старым дорожкам там типа реализовывать это нереалистично, ну то есть до Халка мы все равно не дожремся. Или там, возможно, вот увеличиваясь, типа это сделает меня неуязвимым, там какая-то подушка безопасности такая, все будет гаснуть. Как показывает практика, вот она, когда то, о чем давно говорят неврологи, подтверждено, в общем-то, и в практике психотерапии. Когда в работе с травмированными людьми, которых уязвимость которых читается физически, прям видно, как границы, как эта энергетическая граница пространства, жестикуляции, действий,
какая-то нестойкая или уменьшилась. И вот буквально, да, фантазия. Вот, они фантазируют, представляют себе, учат фантазировать, представить себе защищающий купол. Там, человек его представляет там, любого цвета, полупрозрачным или там, полузеркальным. Вот, его фантазия подсказывает. Он с этим куполом воображаемым какое-то время встречается с людьми, ходит в толпе, и бабах, что-то внутри перемкнулось. Он вдруг, у него вдруг внутри его нервы успокаиваются, гормоны успокаиваются, миндалевидное тело начинает ужиматься, ну, в смысле, уменьшаться до здоровых, нормальных размеров, а не воспаленных. Подключается гипоталамус, легче думать. Я к чему? Значит, мы формируем воображаемого Халка, наделенного приятными, интересными суперспособностями. Мы даем ему выразить наше бессилие, нашу ярость. И мы отключаем вот это вот самое... Если бессилие, нужно просто жреть, а не чувствовать. Вместо этого у меня появляется вот этот проактивный, яростный элемент. Даже если мы не знаем, куда эту злость применять прямо сейчас, вот, вы научитесь все-таки. Вы можете научиться направлять его в мирное русло, приручить. Ну, это, знаете, игра воображения. Так. А, вот из созависимых отношений и откаты, хочется сдохнуть. Вот это уже, конечно, для психотерапии вопрос. Там просто все можно делать теми же стратегиями, которые я предложил, но самому себе выдержать подобного уровня эмоции, ну это как это уровень героизма, я бы сказал. То есть на таком уровне мне иногда приходилось с собой работать, но мне легче, потому что у меня уже много успешного опыта. То есть я могу уйти в эти чувства, рассчитывая, что как бы мне сейчас не хотелось сопротивляться, скорее всего, ну, как минимум, я вернусь в статус-кво, и как минимум у меня есть инструментарий, что когда я буду чувствовать, что меня там в этой практике там, ну, сломает и все. Тут, конечно, более такой механизм. Что здесь может помочь? Вот, если самостоятельно. Ну, во-первых, конечно же, накопить базовое спокойствие. То есть все тоже резонансное дыхание. Просто ты была на тех тренингах, мастер-классах, о которых я рассказываю. Дело в том, что любой симптом созревает не на пустом месте. То есть симптом очень редко растет, если вы живете и у вас доминирует верхняя ветвь блуждающего нерва. Если вы считаете нормальным, привыкли всю жизнь, большую часть жизни, куда что-то доказывать, впечатлять, живете в вечной активации, с напряжением, угождаете, прячетесь, доказываете, впечатляете, то рано или поздно это взорвется. Просто, ну, может, это не дойдет до клинического срыва. Для начала, несмотря на все тяготы жизни, распознав эту карту, неплохо бы вот возвращать в себя вот какое-то неврологически базовое хорошее состояние. Научить свое тело расслабляться, отдыхать достаточно, не ругать себя. И я бы, вот раскладывая вот этот веник на веточке, выделил обязательный компонент работу с внутренним критиком, самобичеванием. Он всегда в подобных ситуациях создает слишком сильное напряжение. Опять же, запросите, я вам скину видео, уже сейчас можно будет вот как посмотреть, послушать, научиться распознавать, и там наметки, как это делать. И опять же, технология взрывов может сработать, если ты держишь свое внимание на том, что... Итак, я сейчас имею дело не с ситуацией, не с отношениями, не с зависимостью, а прямо сейчас я имею дело с вот этим вот физическим дискомфортом. Вот это моя цель. Я сейчас учу свое тело успокаиваться и здоровому равнодушию. То есть, ну и что? Вот есть это, ну и что? Вот. И с этой целью тогда ты распознаешь, где в теле вот этот вот элемент эмоции, ощущения, а ты это уже умеешь делать, и взрываешь эту бомбу, проигрывая импульс сколько угодно раз.
Очень хорошо, что ты уже накатала пользу с вот этой практикой эмоциональной свободы. Ты мне писала просто. Вот именно вот этот, вот у них очень классная вещь есть, когда ты думаешь о своем вот этом вот, вот о своем стрессоре и говоришь, несмотря на то, что я все еще страдаю, переживаю, мучаюсь, я в порядке, я окей. Со мной все в порядке. И ты там простукиваешь, дышишь, там делаешь подходящие практики. Ты делаешь акцент на том, что со мной все в порядке, что эти эмоциональные реакции, в общем-то, нормальные, но ты не являешься ими, а это часть тебя. Ну, какие-то там реактивные механизмы. Итак, взрывать вот именно вот эти вот дискомфорты. Где в теле вот это желание сдохнуть, где оно ощущение. И ты учишься по-доброму относиться. А, желание сдохнуть – это вот как фантазия отдохнуть. И действительно, в практиках работы с вот этой самой зачаточной суицидальностью, вот люди говорят, я хочу сдохнуть, я так устал. Вот эти же вещи обычно идут вместе. Говорят, ну, представь себе, что вот все. Можешь позволить себе расслабиться, успокоиться. Как будто бы вот, ну, как будто ты сдох. Вот и все. И у человека еще там защитный механизм, у него что-то срабатывает. Если я себе позволю даже эту фантазию, я могу потерять импульс к жизни. Я могу действительно захотеть сдохнуть больше, чем жить. Но зачастую, когда человек вот именно понимает, что это желание расслабиться, и он представляет себе, что он все оставил, все обязанности, и у него там в каком-то там идеальном мире, в безопасном месте, вот есть вот когда фантастическое место, там другое время, можно сколько угодно валяться, отдыхать, играть, слушать море, смотреть на солнце. И никому ничего не должен. Люди представляют себе такое место, фантазируют. Но... И видишь, что их попускают. И мы прям формируем этот остров. Вот у вас есть ваша личная там, волшебная шара, палочка, дорожка, как... Вы можете туда сбежать и там вот полностью отдохнуть. И здесь проходят минуты, а там вы можете там дни проводить, месяцы, года вообще. Там другое время. И видно, что действительно человек там за несколько минут вдруг так успокаивается. Отключаются часто люди. С этим вопросом приходят люди, которые, сон у которых уже годами не был полноценным. Ну и как они говорят во всяком случае. Вот. И по режиму телесному видно. Вот. Так что, наверное, вот практики успокоения, приправленные творчеством. Почему творчеством, опять же, неврология, да? Это все такое миндалевидное тело. Из отношений ты вышла, сделала здравый выбор. А миндалевидное тело там воспаленно говорит, не, я чувствую себя херово, вот. И все ужасно. И я найду причины. Наверное, я там люблю, там, наверное, мне этого не хватит, я останусь. Вся эта женская херня. Ну, в смысле, я не обесцениваю, просто, ну, как бы она типична. Вот эти мысли, они подкрепляют. Я не знаю, как жить вне сферы воспаленного правого миндалевидного тела. И у нас в психотерапии две стратегии, ну точнее, как два пути на уровне мозга. Или подключить гипоталамус, префронтовую кору. То есть, когда ты это думаешь, ты чувствуешь, ты научаешься думать, анализировать префронтальное. Но это работа через пень-колоду. Легче подключить ближайший к этому вот этот гипоталамус, вот миндалевидное тело в середине, такое эмоциональное, такое мощное. Когда оно воспалено, оно, все двери вокруг, там другие участки мозга закрыты. Но самое ближнее гипоталамусу, который крючочком приближает его к думающим частям тела, чувствующим, к думающим. И когда мы говорим, окей, погрузись в это, подключай фантазию. И образное мышление, фантазия, вот это вот особый режим переживаний, мыслей в контакте с этим действительно разгружают. Разгружает миндалевидное тело, и легче думать, и легче подключить вот этот здравый смысл после этого, что там же и вот это восприятие памяти тоже. Что это прошлое, а то настоящее, то прошлое, это настоящее. И легче думать о том, что да боже мой, ну прошло и слава богу, а что это я вообще... Я была зациклена на том, что все ужасно, только потому, что ну как миндалевидное грузит.
когда оно разгрузилось, то что будет еще лучше. Уже происходит лучше. Ну, еще и для тебя лично осваивает режим спокойствия. Потому что есть такая бомба, у людей вот доминанта заточена, что они ищут вот какого-то суперсчастья, вместо того, чтобы сделать акцент на научиться, как это, пресекать несчастность. Я надеюсь, я передал идею, но если что, я ее дополню. Много выводов, решений. Хочу изменить стратегию и действием создавать настроение и состояние. Да, в нас внутри много механизмов, и один из них депрессивный. И чем больше вы кормите, тем больше он будет командовать и доминировать. Если будете его использовать, активируя другие участки мозга и другое поведение, то управлять-то всеми будет легче на самом деле. Бороться с легкими удовольствиями. Ну да, вот это вот импульс, там быстренько поднять дофамин. Тут еще один компонент. Толерантность к разным ощущениям. То есть вот кофе сладенькое. Не только потому, что мы себя чем-то зажираем, отвлекаем, а тем, что еще вот есть еще компонент такой, что мы вот не все состояния воспринимаем как нормальные. То есть вялость, усталость, сонливость – это что-то ужасное, нужно обязательно себя взбодрить. Не обязательно. Можно и в этом режиме жить, и даже в нем находить преимущества, сонливости, неторопливости. Мы здесь прокачиваем способность жить в разных режимах, переходить, активировать их, переключать свои скорости, грубо говоря. Так, ну, с подходящих стратегий уже это. Угу. Вот. И по сути, я Асю сейчас читаю, что вроде вредных привычек нет, а хочется освободиться от деструктивных отношений. Причем ты говоришь, что выстояла, оставила позади, но говоришь в настоящем, да, у меня только созависимые отношения. Вот. И тут лучше быть прицельной, что именно. Что же вредная привычка? Из того же материала. Там могут быть вот эти вот стрессоры, триггеры, это. Я боюсь, что я в них вернусь. Я себе не доверяю. И с этим уже конкретно работать. Я боюсь, что я в такие же вляпаюсь. Но big one, реально там тяжелая артиллерия, это все происходит, потому что я плохая или я виноватая. Вот с этим пипецом, конечно, лучше в психотерапию. Если ты вот чувствуешь это ближе, там, ну, отношения-то плохие ты закончила, казалось бы, живи и радуйся. И думаю, ну все, теперь только здоровую. А вот что заставляете сейчас уже страдать, это страх вернуться и укрепиться в бессилии, страх, то, что ты найдешь такого же, и ужасное вот ядро вот может быть такого, что а я этого заслуживаю, я вообще плохая. Вот эту херню, конечно, тут самостоятельно не сильно проработаешь. Но распознав ее, кто знает, есть шанс. В общем, можешь на эту тему написать. Ну, индивидуально уже в личку. Что именно из этого, вот какой из этого стрессор? Так, все бросают вредные привычки. Только что от таких избавилась. Воспоминания еще свежи. Терапия разобралась, была бы ближе. Я так понимаю, Юля хотела бы помочь, позаботиться.
нападаю на недоработанных психотерапевтов. Как психотерапия вам помогла? Сейчас на адаптоле. Реву уже 24 часа. Спасибо. Тут вопрос, может быть, сформулировал так, как найти психотерапевта. Вот. Ну и насколько рациональная вот эта вот оценка, они недоработаны. Ну что, черт узнает, может это больше не в психотерапевтах, а в защитных системах, которые находят оправдание, чтобы не идти в эту боль. Больно реально, я догадываюсь. Так, это уже между вами обсуждение. Да, выйти из проживания агрессии, а не подавить и поругать себя, это достижение охренительное. Да, но это об этом я много говорил. Чувствую силу, следую. Да, прокачивать пластичность на фоне вот этих стрессов. Ага, про страх. Страх оказаться слабой. И может всплыть просто картинка, вот когда ты действительно была вот это уязвимая, вот это слабой быть опасно. Ну или там стыдно. Вот назови имя демона, не власти надо. Чем более точные слова называешь, тем меньше нужно вот этих выебонов профессиональных, чтобы сменить систему и сломать веник. То есть ты ломаешь не пучки, а ты развязываешь тоненький. Чем точнее, иной раз точное называние достаточно. Когда ты смотришь на него, у тебя застывает тело, ты чувствуешь ужас и растерянность. И видно, что человек вроде это проживает, а вроде у него вот что-то в голове оживает. Вот оно что, растерянность. Вот этот вот сценарий, вот эта сцена у меня в терапии, в группах наблюдалась уже там столько раз. Вот, когда просто нашли подходящее объяснение, сказали это нормализирующим тоном, и человек понял, ну да. И у него сразу целая драма, целый театр, который его терзал, перезагрузился. Потому что в театре учился, ты стоишь в беспомощности. А, ты в опасности, Б, ты отвратитель, это жутко, ты мерзость. Ты тряпка, вот это вот самое, вот внутренний вот этот подавляющий критик и путаница того, что ты сейчас в опасности, уходят, потому что ты понимаешь, а, этот взгляд, вот эта диспозиция, он смотрит на меня сверху, навесившись, напоминает мне ту ситуацию, когда было реально невыносимо и опасно. Б, а это не значит, что я какая-то ущербная вообще. Тот чувак сказал это таким тоном. Вот люди вокруг видели, что все в порядке со мной. Я имею право бояться. Ну, а следом уже зачастую распаковывается там злость, которую, даже проиграв ее в драме, ну, то есть там воображение выплеснуть или тому человеку, который там напомнил вот этот ужас, там с ним потолкаться. Главное, чтобы запустилось тело. Там в телесной терапии мы просто видим, где это запечатано. И у нас есть методы, которыми можно высвободить вот эту самую встроившуюся реакцию виктивности. А, ты решила все-таки в общую писать. И опять же, я тряпка, что там больше, стыд или страх? Это опасность или это постыдность? А вот я не смогла себя защитить. Вот в этом контексте мы иногда обыгрываем вот этого внутреннего критика. Что ты от него себя как бы диссоциировала, да? Но он присутствует. Я уже там в прошлый раз говорил, что мы иногда драматизируем, разыгрываем это. Когда человек говорит, я такая жалкая, я такая жертва, несчастная.
ты себя ругаешь, говорю я, да, я себя ругаю, да. Я вижу динамику, но она в жертве, не распознаешь, внутри вот этот вот доминирующий, жестокий, авторитарный критик. Ну, и там хитростями мы переходим в эти роли, и мы говорим, а ну покажи мне, как ты себя ругаешь, и он входит в эту роль, и хочется, сука, что ты растеклась, как тряпка, и ты видишь, как человек преобразился, у него включились вот эти активные части тела, заблестели глаза. И мы обращаем внимание, а в этом состоянии, оно сейчас деструктивно, жрет себя, но в нем много силы и уверенности. И вот эту вот самую, и учитывая, что здесь же я даю там лайфхаки, это же не психотерапия, то, чем в принципе реалистично можно воспользоваться, я думаю, что этим можно воспользоваться. В этот момент отловить себя, вот ты сейчас вот пишешь мне, значит, ты чувствуешь это все. Эти эмоции у тебя вот они доступны. В соответствии, тебе сейчас прямо, вот, да, вот этот нейрохакинг, делай прямо сейчас, хоть чуть-чуть прокачай эту способность, переключиться, как будто это шаманская практика, да, пустить в себе дух этого жестокого авторитарного критика, безжалостного. Бой с ним, там, с отцом, там, с вот этими авторитетными фигурами, не об этом сейчас речь. Дух, которые они лицевые. И вот ты входишь в дух этого критика, ты тряпка, ты беспомощная, жалкая, и ты даешь ему свое тело и забираешь у него силу. Потому что он подключает те части тела, которые привыкают остывать в твоей виктивности. И это такой маленький нейрохакинг, как выжать ту энергию, выжать вот это, присвоить себе. И в шаманских традициях на самом деле очень прикольное наследие, очень прикольный язык, которым они оперируют. И они говорят о людях, которые, вот, которых мы скажем, да, человек с ПТСР, посттравматическим расстройством, сломленный после каких-то событий, они говорили, он потерял свою душу. Ну, они там говорили, было разные души, много душ. И вот в воображаемом путешествии шаман путешествовал, возвращал человеку его душу. И это красиво отражает зачастую, что с нами происходит. Душу, дух. Вернуть себе вот эту живость, непосредственность. Смелость жить в мире, как будто бы с ним все в порядке. Что мы начинаем идти как по минному полю. И мы как это живую себя прячем внутри, как бы это сказать, внутри брони. И активируя мышцы, совершенно конкретные мышцы, связанные с эффективностью, через вот эту игру воображения, физическое действие, мы зачастую вот эту нейронную дорожку здоровья и живости восстанавливаем. Отнимаем свою душу. Мы даже обыгрываем мифы, украденный огонь, вот это архаичный миф, он многомерный, зачастую его обыгрываем вот в этом образном пространстве, помогая человеку простроить дорожку, вернуть себе свое. Там почти одни одинаковые детали во всех сторонах мира по вот этом мифе повторяются. Что трикстер, там, будь то койот, будь то ворон, обнаруживает, что там, солнцем, огнем владеют высшие мира сего, а он считает, что это должно принадлежать всем, или должно принадлежать мне, или с этим можно поиграть. И там вот как вот эта неопределенность, это мое или не мое. И он сражается, хитрит, проигрывает, выигрывает. Он забирает то, что принадлежит изначально по праву ему. И можно чертыхаться, что там счастливая, полноценная жизнь дана не каждому, и что некоторым выпали карты не самые удачные. Можно чертыхаться, можно воспользоваться этим мифом. Это нормально. Квест пройти путь героя нормален для человека. Это встроено в сказки неспроста. Каждый крадет свой огонь. Я смотрю, что с минимальной активностью приводит к еще большей активности. И это ассоциируешься с удовольствием действовать, не зная, что можно получить кайфовые эмоции.
Супер. Вот это испытание вообще нейрохакингом для нашего ума, который так правильно, как правильно вообще, вот поставить цели переть или оставаться чувствительным и идти по ветру. Ну тут опять как буддизм, вот этот серединный путь. Чтобы наша психика, мозги работали, чтобы все работало и ни один механизм не отключать. Потому что интуитивно мы пытаемся отключить все лишнее, включить доминирующее, а работает синергия, они работают вместе лучше. Поэтому вот интуитивно коучи давно уже поняли, что если там первый коучинг, там формирование способностей, планирование к цели, то они очень быстро дополнили коучинг вот колесом баланса, интуитивно понимая, что когда мы пытаемся вот как... выстроив приоритеты, отдать все акции жизни в одну сторону, мы не всегда понимаем, что из этого получится. И что вопрос вот энергии, синергии и ценности всех важных вещей он ценен. Кстати, вообще колесо жизненного баланса на самом деле не маркетинговая техника, а родилось оно из индейской традиции. Кому интересно, пишите об этом. Так, и про зажирательство еще одну дополню. Вот технический компонент про эмоциональный голод. Я об этом рассказывал, но мне проще будет сейчас сказать, чем искать старое видео. Когда-то диетологи от немцев привезли такой концепт, что говорит, есть три вида эмоционального голода. Ну, на самом деле, не только голода, а как это, эмоционального питания. Потому что там не только о голоде шла речь. За которым прячутся три, всего лишь три, как это, психологические компоненты. Чем это удобно? Когда у нас есть простая схема, проще ей оперировать. Как я говорю, у нас три режима вообще. Вот, когда ты привыкаешь вести журнал, отмечать, сейчас я в этом режиме, и мысли соответствуют этому режиму. Там те, кто были на занятиях, помнят, мы их цветами обозначали, как светофор. Там желтый – это готовность, активация, красный – это ну все пипец вообще. Откат, экономия, все там, это физиология, все. В общем, это по телу читается снаружи очень хорошо. Вот об этом у меня, если запросите, нейросоматические видео, но все-таки в тренингах мы прям учимся это делать. А вот в каком режиме? Или вот зеленый режим, как зеленый свет, все нормально, все хорошо, безопасность, можем договариваться, креативить. Мало того, своим вот этим светофором мы регулируем соучастников, тех, кто рядом. И я на своих лекциях, на своих тренировках прям демонстрировал, вот прямо по ходу, как можно переключать людей, это виден эффект, оперируя этим. Я говорил, что верхняя ветвь связана с голосом, с интонациями, с контактностью. И играя голосом, можно вызвать очень мощный эффект, хотя, казалось бы, фигня фигней, очевидная. И сердце меняет свой ритм. И мозги работают в другом режиме. И в этом есть вот какой-то элемент искренности. И собеседнику легче перейти из режима «расскажи мне там это самое» с обороны, нападения, пустой надежды в созидательный режим сотрудничества. Я надеюсь, что намекнула. Маленький лайфхак. Это прокачка работы с голосом. Это, кстати, тоже стресс-менеджмент. Учиться переходить на ту интонацию, которая соответствует вот этому режиму безопасности. Вопрос не в том, чтобы говорить тише и мягче. Вопрос в том, чтобы говорить не надрывно, не на автомате. Так, чтобы в этом была мягкость, внимание между нами, чувствовать свое сердце. Это помогает просто тому, чтобы быть проще и искренней. И так проще быть сосредоточенным на главном, а не на второстепенном. Ну, типа, впечатляет, доказывает. Значит так, интонирование, ну, чтобы эмоциональность была, мягкость голоса и чувственность. Неторопливость. Ну, это, кстати, на фоне всех вот этих вот работ со стрессом.
в журнале записи круто будет структурировать цветами светофоры. Да. Очень прикольно. Я, когда узнал поливагальную теорию, я ввел ее в свои программы по телесно-ориентированной психотерапии и придумал методы, как работать. Потом, когда я погрузился в находки вот этих самых поливагальщиков, я обнаружил, что они пользуются очень похожими методами картированием. Ну, то есть карта, рисунки, как вот смотреть на человека, распознавать. Мои карты оказались лучше. Я за неимением лучшего создал лучшие механизмы, техники, упражнения, чем авторы этого подхода. Более эффективные, более точные и более применяемые. То есть там инструментарий больше. Но об этом в тренинге по нейросоматическому коучингу и телесной психотерапии. Так, а что же я не досказал? Синергия вот эта вот. Мы учимся переключать наши режимы, наши скорости. Про питание вспомнил, да. Три типа эмоционального питания. Первый тип – это когда мы испытываем какую-то эмоциональную невыносимость, и нам хочется чего-то приятненького. И тут все вот эти оральные формы, меня же в детстве приучают. Младенчиками мы же по большей части беспомощны, несчастны, не понимаем, что происходит, это тяжело. И моменты счастья, и моменты покоя и защищенности принципиально важны. И они связаны с тем, нас взяли на руки, нам дали сищу. И даже после того, как мы от сиськи уже отучают нас, но для того, чтобы пришел покой, нам соску вставляют. Нам соску вставляют. Так, а что у нас тут вообще продолжается видео? Ох, продолжается на одном канале, на этом вырубило. Про три типа вот это эмоционального питания, голода. Как бы вам там сообщить, что не закончил. И вот первый тип, когда мы хотим себя чем-то подсластить, наполнить, успокоить. Неопределенность вот как-то так вот погасить. Вот. Хотя это тоже можно разложить по полочкам, но это будет слишком сложная система. Они, с чем они это рассказывали, чтобы сделать простой инструмент. Каждый тип голода, там рисуешь картинку, которая тебе напоминает, ты три картинки на холодильнике, и ты подходишь к нему и думаешь, что на самом деле я сейчас хочу. Первый тип, вот это подсластить себя, подмазать, что-то мне не хватает дофаминчику, радость, любви, нежности, покоя. Второй тип голода связан, это не голод, сейчас я вспоминаю, да, это, а второй тип пищевого питания связан с неопределенностью. Вот, когда люди ищут какую-то структурированную систему питания на фоне того, что в жизни что-то ломается и что-то не поддается контролю. И, конечно же, люди, вот те вот внутренние, как это, эти control freaks, вот те, кому нужно все контролировать, они очень уязвимы в те периоды, когда, ну, как отношения, их не предскажешь, никаких гарантий, там работа меняется, ты идешь с одной, у тебя еще нет другой, вот эта неопределенность некоторых настолько ранит. И вот они фанатично хватаются за структурированные системы питания. Но нам важно распознавать и за этим
напряжение, самобичевание, злость, обиду, растерянность. Потому что получается, когда мы поддаемся этим чувствам и из них начинаем фанатично, там, вот вроде как все логично, да, там типа услышали новость про соду, там еще про что-то, там про кислотность, и там про сыроедение, вы вовлекаетесь в это, и вы цепляетесь за эту систему не потому, что здравый смысл там проанализировать, а потому, что неопределенность, тревога и надежда, что вот наконец-то освобождение. Вместо того, чтобы чинить там, где поломано, на уровне эмоций, мы пытаемся как это косметический ремонт произвести, не увеличивая толерантность к этим эмоциям и находя здоровый подход, а уменьшая. И третий тип голода – это другой формат неопределенности, это пустота. Вот он очень характерен, вот это синдром брошенного гнезда, но вот как вот… Жили нормальные вот эти вот простые люди, простой жизнью. Посвятили ее семье, детям, дети выросли, супруги друг другу охладели, мужу все надоело, он там, не знаю, уединился или ушел. Вот осталась она одна. И вот это непонятно, чем занять, с чего жизнь строить, что самое главное. И вот она от этой пустоты пошла в холодильник, заглянула в него, заполнила, заполнять время. И получается, первый тип – это как бы подогнать дофаминчик, порадовать, успокоить. Второй тип – о боже, все не структурировано, я хоть что-то контролирую в жизни, нервный. Третий – это вот внутренняя пустота, растерянность. И если первые, ни те, ни другие, ни третьи, вообще, на самом деле, что бы они ни говорили, не наслаждаются едой. Вот, первые обжираются часто, вторые тоже нередко. Ну, там нет наслаждения. Там попытка заглушить, отвлечь, подогнать. И результат, в общем-то, не всегда стоит. Первые более или менее, они хоть хотят... Они получают какой-то приятный компонент. Да, они говорят, что им приятно, но на самом деле они от беспокойства получают немножко спокойствия. Вторые, третьи... Вторые иногда получают какое-то ощущение, что они там принадлежат группе, у них вот она надежда, морковка. В принципе, тоже это проактивность чуть-чуть прокачивает. Вот. И вообще, я много экспериментировал с питанием. Было такое еще фанатично. Ну, там у меня свои идеи. Мне это ценно. Это мне помогло, действительно научиться чувствовать. Вот когда ты ешь, получать удовольствие, наслаждение. Действительно научиться в большей или меньшей мере распознавать по ощущениям, по вкусу, что мне сейчас вообще не прет, не идет. Это мне дало понимание вообще, как пища работает не так, как мы думаем. Что ты можешь голодать и не худеть, ты можешь быть в хорошей форме и жрать что угодно, это есть в моем опыте. Вот, что можно как это, ущемлять себя в питании, поститься и становиться все злее и злее, пока это не становится проблемой там, в твоей работе. А бывало такое, что настолько просто и естественно, и как-то и сыроедение давалось легко, причем я не ставил себе такую цель. Я понимаю, что интуитивно, выбирая не вот эту самую, не догму, а эксперимент, я выбрал здравую дорожку научиться чувствовать. Третьи же, ну действительно, тоже вот радости мало испытывают, просто чуть-чуть отвлекаются на время. Значит так, чего я это рассказал? Вы себе, в себе вспоминаете все три формата голода. Там, и можете там действительно нарисовать, как немцы соответствовали, там маленькую там, пиктограммку, диаграммку, что-нибудь творчески вот, отразить. Вот такой я в этом состоянии, вот так я его чувствую, вот такие мои эмоции. Или там словом одним назвать этот режим, это состояние, этот дух. Ну там, не знаю... какой-нибудь тряпка там, ну, лучше, чтобы не было осуждающего компонента, желательно, что он будет запускать деструктивную критику, вот, и где-то себе там на холодильнике, где-то это индикатор, напоминалку поставить, так, чтобы
перед тем, как это заесть, вы спрашиваете себя, голоден ли я физически? Какая действительная потребность за этим сокрыта? Чего я на самом деле хочу? И что я могу сделать? Могу ли я, ощущая эту потребность, расслабиться, почувствовать и найти, допустим, более адекватное, как это, восполнение, способ восполнения. И как минимум, каждый раз, даже если вы не останавливаетесь, а, допустим, успеваете затормозиться, снижается вот этот вот, как автоматически, вот этот обсессивный темп. Там, нет, нужно быстренько вот как выполнить ритуал. Успеваете расслабиться, делаете это не спеша, учитесь смаковать в процессе, обнаруживаете, что в процессе вы можете наесться быстрее, чем вы хотели. И вы хвалите себя и за то, что вы успели задаться вопросом, и за то, что успели задаться вопросом и ответить на него, даже если вы там это не прервало вас. Потому что здесь критика вас будет мешать будет. Вы хвалите себя за то, что вы если вы уже едите, то вы смакуете это на нескольких языках чувств, и вы прошиваете вот это представление, что подобно французам, одержимым не очень здоровой едой, вы можете не жиреть только за счет того, что вы смакуете еду. Вы не, там, не читаете газету и запихиваетесь, и вы смакуете. Вы испытываете удовольствие, и ваш метаболизм формируется по-другому. Ну и жрете вы меньше, если вы смакуете. И эти картинки просто такие индикаторы, простенькие флажки, которыми вы можете оперировать. Это может касаться и других привычек. Покреативьте. Ну, если это не про еду. Много раз рассказываю там про курение, когда я бросал без насилия, когда я первый этап. Я учился курить, не делая ничего другого, смакуя это, как минимум там двумя-тремя органами чувств. В смысле, чувствовать, ощущать движение, не делать это торопливо. Вот всю торопливость, чук, нафиг. Ни в коем случае. Нет. Это табак, это посланник мира. Это магия, это для индейцев, которые там почти у всех индейцев севера и юга есть мифы о том, как табак был подарен для связи. Это трубка мира, это действительно посланник мира, он соединяет тех, кто внизу, с тем, кто вверху. И люди раскуривают вместе, приглашая в сообщество Великий Дух, свою духовную часть, свое суперэго, сказали бы фрейдисты. Я учился смаковать, и в процессе я интуитивно понял, слушай, а вот этот автоматизм, вот обязательно докурить, исполнить все эти ритуалы. А что, если я почувствую, когда я насытил? А не насытился ли я уже? Не давая себе торопиться и запрещать. Я начал иногда курить до половины, 2-3 затяжки. Ну, тогда я там был бедный студент, я тогда экономил. Конечно, это было испытанием для меня. Ну, что же, потом приходилось раскуривать вонючий окурок. Это, наверное, ускорило мой путь бросить курить. Потом я обнаружил, что я могу курить, не зажигая, получать тот же эффект. Ну, нифига себе, что за подстава вообще. Да, это было необычно, но очень прикольно. То есть просто ввели туда творчество вместо того, чтобы ломать себя. Вот так, значит, я посмотрю, есть ли еще неотвеченные вопросы. И буду заканчивать. Ага, так что делаю... Чтобы не заедать по трём, типа, просто осознать. Ну, я уже ответил, по-моему. А, да, я дополню немножко тогда. Значит так, Рослав, чего я на самом деле хочу? Что со мной происходит? Если это первый тип, на самом деле там проще всего. Хотя кажется сложнее, но типа ты вот как чувствуешь этот голод,
и думаешь, что так нежности не хватает, любви, одиночество это, одиночество, сволочь, вот эта вся фигня накатывает. Очень часто вот такое проявляется. В этом смысле, на самом деле, проще всего. Только по-честному нужно сделать. Вы позой своим, голосом, вы как будто становитесь, вы превращаетесь в того возлюбленного, возлюбленную, которая вам так нужна. Которая смешивается черты матери, отца, родителя и там, сексуального партнера. В этом воображении все это уместно. Лучше из них. И вот что вы делаете. Вот там кто-то, кто как себя, вот, кто берет одеялко, обнимает себя. Намного круче это сделать как с игрушкой, с какой-то подушкой. Обнять ее вот так вот, прижать ее, как бы вы хотели. И говорить те самые слова, с той самой интонацией, которых вам так не хватает. Переступить черту какой-то, вот нет, я не могу, я не хочу, там все это. Лучше переступить ее и вот так вот делать от души, говорить, 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 пока вот... Вот внутри не придет вот ощущение, что все-таки вот сделали, дошло, наполнились. И ощущение наполнения приходит из этого переживания. Хотя оно абстрактное, но эмоциональное. Наполниться, высказать все, насказать все, наговорить. Ну, высказать в смысле выговорить. Я буду с тобой, я тебя люблю, никогда не брошу. Представлять себе, что говорит это тот самый голос, тот самый человек. Не бойтесь. Что типа, если вы будете там думать о человеке, которого потеряли, что это обострит драму. Если вы сделаете это так, чтобы вот, вот договорить, вот дополнить, и у вас придет расслабление, вам наоборот будет легче расставаться. Разделить реального, неидеального человека с его аватаром, с вашим анимусом, вашей анимой. Но нужно это делать, вот делать, пока вы не почувствуете, все, мне уже хватило, достаточно, спасибо. И тогда вам легче сказать, я тебе благодарен, спасибо тебе. Пришло время попрощаться не только там действием, но и душевно разрывая. Отпустить эту связь, вот будет точнее. Делать это на фоне вздохов, это учит наше тело отпускать, примиряться. Тоже здорово. С другими типами там лучше стратегия, вот с двумя, вторым и третьим, там лучше стратегия вот этого взрывания, который я описывал выше, когда вы распознаете невыносимость вот эту, находите в теле, вот это вот чувствуете, называете и в воображении выплескиваете ее. Некоторым иногда не получается в воображении получить разрядку, и иной раз нужно там побить грушу или покричать в лесу на кого-то, но на самом деле это менее эффективно. Эффективнее, вычислив подавляемый импульс, вообразив аудиторию, не прерывая чувство вот этот дискомфорт в теле, выражать этот импульс, там кричать, бить, плакать в воображении, чувствовать, что меняется. Если ничего не меняется, вы или саботируете, или вы не тот импульс выбрали.